Всем привет, ребята! С вами снова я, королева мистики, а это значит, что сейчас будет очень-очень страшно, друзья, потому что мы вместе с вами сейчас отправимся на сайт Darknet для того, чтобы заказать новый страшный Happy Meal, друзья, в 3 часа ночи. Погнали! Итак, друзья, прямо сейчас мы находимся на сайте Darknet и посмотрим, какие страшные Happy Meal-чики, в принципе, сайт нам предлагает, друзья. Здесь раньше мы заказывали всякие разные, смотрите, Машу Экзи, так, нет, нам не это. Бабка Гренни заказывали. Так, ладно. Так, мы ищем смешариков, потому что, ребята, мы еще не всех смешариков. Вот. Я нашла Копатыч Экзи. Happy Meal, а точнее Hell Meal. Адская еда. Не обычный Happy Meal, который вы привыкли в Макдональдс заказывать, а такой страшненький Happy Meal, который продается только на сайте Darknet. И вы взгляните, ребята, на эту сумму. $1500. Это очень дорого, ребята. Поэтому я надеюсь, что вы прямо сейчас поставите под этим видео лайк, чтобы мы смогли купить этого смешарика Экзи, Копатыч Экзи, друзья. Потому что только от лайков зависит, куплю, смогу ли я купить вообще эти страшные Макдональдсы или нет. Больше лайков, дороже и круче и страшнее всякие покупочки в Darknet, ребята. Там реально есть даже огромные мистические квесты. Ваша любимая там горка-пожиратель, она есть на сайте Darknet, но она стоит баснословных лайков, друзья. Поэтому не поленитесь, поставьте под видео лайк. И если ваша кнопка подписаться горит до сих пор еще красным, пожалуйста, сделайте ее серым. Вам не сложно, а мне приятно. Ладно. Копатыч Экзи, $1500, друзья, посмотрите, какой он жуткий, у него просто какие-то скалистые зубы, у него в руках лопата и нож, и они кровавые, ребята, потому что он, наверное, ими убивает. Но вот кого, давайте почитаем в описании. Копатыч Экзи, медведь Копатыч Экзи, худший огородник из страны смешариков Экзе. Огородник? Вы же знаете, что по мультфильму «Смешарики» этот Копатыч очень любит копаться в огороде, поэтому его прозвали Копатыч, и он выращивает овощи и фрукты для всех смешариков. А здесь, на сайте Darknet, Копатыч Экзи просто ненавидит это делать. Он убивает пчел, ребята, и ест их мед. Друзья, зачем он убивает пчел? Ведь если он их всех убьет, некому будет делать мед. Он вообще какой-то глупый медведь. Ладно, друзья, давайте читать дальше. Копатыч самый злой и самый кровожадный среди смешариков. Кровожадные, ребята, это очень плохо, но также очень интересно. А поскольку он медведь, то он самый большой, и его боятся все остальные смешарики. Но он... Что? Но он готов жизнь продать за мед с кровью. Чего, ребята? За мед с кровью Копатыч Экзи готов отдать свою жизнь. Вот здесь внизу прямо так и написано. За мед с кровью. Дим, ты слышал это? За мед с кровью. Это очень опасно. Офигеть! Он ест, Копатыч Экзи ест не обычный мед, а мед с кровью. Ребята, жесть. Это просто жесть. Ладно, давайте закажем этот страшный Happy Meal смешарик Экзи и узнаем, что же в нем внутри, друзья. Совершаем покупочку. Все, друзья, покупка совершилась, и нам осталось всего лишь немножечко подождать, когда курьер с сайта Darknet принесет заветную Darknet посылку. Спасибо. Так, ребята, Happy Meal. Копатыч Экзи уже здесь, и я знаю, что вы очень-очень хотите увидеть, что изображено на этом Happy Meal. Такая трагичная нота. И воу, смотрите, это реально Hell Meal смешарик Экзи. Копатыч Экзи, он нереально страшный. Посмотрите его красные адские глаза. Это просто проклятый смешарик. И я уверена, что внутри этого Hell Meal
Экзен находится сам. Самопроклятая игрушка Экзика, падающая, мне не терпится открыть, ребята. Это просто чумачище. Посмотрите, даже его ноги испачканы, как будто в крови, ребята. Это настоящий Happy Meal Экзека Паточ, который мы откроем прямо сейчас. Погнали! Итак, ребята, мы открываем этот Happy Meal. Да-да-да-да-да! Просто жесть, ребята! Здесь находится Копатыч Экзе, проклятая игрушка, которую мы обязательно разрежем в конце этого видео. Ну а перед началом мы посмотрим, что находится внутри этого Happy Meal. Ладно, ребята, смотрим. Необычная какая-то картошка фри. Это картошка, ну не знаю, возможно, это не картошка фри. Здесь находится пакетик, смотрите. Здесь укроп и получается и морковка. То, что любит выращивать обычный Копатыч. Но Копатыч Экзи это все как-то засушил. Ребята, давайте попробуем открыть. Засушил и превратил это что-то похожее на что-то запрещенное, ребята. Особенно еще в таких пакетиках. Он просто уничтожил обычные фрукты и зелень, которые, кстати, любит готовить Совунья из этих овощей. Всякую штучку любит готовить Совунья в стране смешариков Экзе. И Совунья тоже есть на сайте Darknet. Если вы хотите заказать Совунью Экзе, вернее, Макдональдс, внутри с игрушкой Совунья Экзе и собрать всю коллекцию смешариков Экзе, ребята, это очень-очень-очень-очень дорого. Я еще раз повторюсь, это очень дорого, но есть возможность собрать всю коллекцию Экзе смешариков. Мне кажется, что это очень криптово и круто, ребята. Ладно, давайте посмотрим, что же здесь положили. Здесь какие-то палочки. Палочки, которые как раз вот все вот в этих вот овощах. Видимо, это любимая еда Копатычек Зи. Копатычек Зи. Не знаю, давай сломи. Внутри, наверное, мясо. Ну, медведи едят мясо. В принципе, просто обычные какие-то палочки. Вот. А! Жесть! Блин! Дим, я не ожидала. Я думала, я палочку достаю, а в итоге положили туда не палочку. Целый палец. Блин, нормально так себе, да? Кушаешь обычные там эти палочки мясные, и тут достаешь вместо палочки палец, ребята. Это просто жесть. Он похож на сушеный палец, но, ребята, он, скорее всего, резиновый. Это резиновый палец, который положили, ну, игрушечный палец, скажем так, из страны смешариков Экзе. Но я не знаю, стоит ли вообще пробовать такую еду. Ладно, и еще здесь остался... О, ребята, так это же голубец. Слушайте, походу, это голубец из капусты, которую вырастил Копатыч Экзе. Давайте его раскроем. Возможно, там есть что-то внутри. Так, жесть, ребята, он какой-то весь мороженый, перемороженный. Видимо, наверное, для того, чтобы просто доехать. О, господи, ребята, это просто жесть. Просто жесть. Я не могу вам даже показать, что там находится. Это нет. Это сразу YouTube забанит. Не надо. Там просто жесть, ребята. Нет, ребят, я не могу вам этого показать. Это реально просто жесть. Хорошо. Ладно. Нам придется попробовать эту еду, потому что в этом и смысл. Ходит легенда, что если попробовать из адского Happy Meal Экзе в 3 часа ночи еду, а в данном случае еду Копатыча Экзе, то я могу превратиться в Копатыч Экзе. Я думаю, что вы хотите увидеть, как это произойдет. Это происходит всегда по-разному. И действует именно эта еда. Действует очень краткосрочно, то есть минут 5-10. В зависимости от того, сколько я попробовала, я превращусь в Копатыч Экзе. Мне жутко интересно, но это очень опасно, потому что вдруг, если что-то пойдет не так, что-то исправить уже не получится. Поэтому я всегда прошу своего парня Диму, чтобы он защитил себя и нашу квартиру от того, чтобы я здесь все не разнесла. Если я буду вести себя неадекватно, закрой меня, пожалуйста, где-нибудь, пока зелье не закончит действовать. Например, в туалете. Так, понятно. Ладно, так, ребят, короче, я буду пробовать вот эту палочку.
ровно в 3 часа ночи я буду пробовать эту мясную палочку от Кабачек Зе, скорее всего, которую приготовила Савунья, которую мы тоже хотим заказать, друзья. Погнали, надеюсь, все будет нормально. Так, слушай. Погоди. Работает? Погоди. Сейчас. Ирина, что происходит? Ирина, с тобой все в порядке? Блин, что-то меня как... Я как будто хотела блевануть. У меня просто кусок застрял. Кусок застрял в горле, и я не могла... Я... Что? Походу началось. Слушай, я чувствую какие-то, вот знаешь, колет все. Подожди. Немного. Тихо. Превращаться в медведя не так просто. Ирина. Тихо. Стой. Так, все. Так, началось. Ирина, подожди. Черт, Ирина превращается. Где мой огород? Подожди. Огород. Стой. Морковка просила принести Савунья. Морковку просила принести Савунья. Морковка с огорода. Ее закрыть в туалете. Морковка с огорода. Любимая гнилая морковка. Савунья, морковка с огорода, не трогай меня! Морковка. Я люблю выращивать морковку. Надо ее закрыть в туалете. Где мой мед? Надо ее закрыть в туалете. На! Попробовать меда! Мед. Я чую, здесь где-то есть мед. Мед. Мой любимый мед. Я хочу меда. Он не кровавый. Где кровавый мед? 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 Савунья. Выпустите меня. Я хочу меда. Ирина сошла с ума. Я хочу меда. Она превратилась в Копаточа. Мне надо посадить капусту. Мне надо посадить морковь. Выпустите меня. Мне надо в огород. Я вас ненавижу. Я вас ненавижу. Дайте мне меда. Я убью всех пчел. Дайте мне меда. Так, надо подождать минут 10. Черт, вроде успокоилась. Что за ерунда? Где эта коробка? Так, вроде прошло 10 минут. Ирина, ты меня слышишь? Превратился в Копаточа. Ты бегала по квартире. Я ничего не помню. Я как будто бы отключилась. Почему на полу везде валяется морковь? О, ребята, походу это было жутко страшно. Походу я действительно превратилась в Копаточа Экзи. И этот Хэппи Мил работает, друзья. Но нам нужно завершать этот проклятый обряд. И прямо сейчас я разрежу эту проклятую игрушку Копаточа Экзи. Потому что быть в его шкуре очень опасно, друзья. Ведь я не помню, что происходило. Но судя по тому, что везде валяется морковь. И почему-то у меня липкие руки в меду. Я что, нашла кровавый мед, как было написано там при покупке?
Ну, практически. Ты нашла мед, но не было крови. Не было. Может быть, поэтому он и взбесился, поэтому тебе пришлось меня закрыть. Я не знаю, ребята, но прямо сейчас мы лишим эту проклятую игрушку ее магии и завершим обряд этот, который нам положили. Узнаем, что в этой проклятой игрушке. Итак, друзья, на счет раз, два, три мы избавимся от этого проклятого Копатыча Экзи из нашей квартиры. Копатыч Экзи, уходи. А теперь мы откроем его и узнаем, что внутри. Так, Копатыч Экзи, убирайся из этого мира. Копатыч Экзи, убирайся из этого мира. Так, ребята, я разрезала. Итак, посмотрим, что внутри. Копатыч Экзи. Он реально был стрёмный. Куча проклятой ваты. Что же мы найдем внутри этого проклятого смешарика? Мне очень интересно, надеюсь, что и вам тоже, что может быть внутри этой проклятой игрушки. Черт, я что-то слышу. Ребята, нам необходимо быстрее достать эти вещи, которые делали живым Копатыч Экзи. Душа где-то здесь, она летает по квартире. И пока мы не избавимся от всего того, что лежит внутри этой игрушки, он так и будет находиться здесь. Так, господи, я что-то дошла. Я что-то нашла. Это похоже, смотри, это похоже на капусту, которую Копатыч Экзи, который делал голубцы. Это капусту, которую он выращивал. Она внутри него. Ладно, хорошо, здесь что-то еще. Что еще внутри этого смешарика? Друзья, это морковь. Но она ужасно выглядит, поэтому, наверное, Копатыч раскидал всю морковь. Он, наверное, ненавидит овощи и фрукты. Копатыч Экзи ненавидит овощи и фрукты, поэтому они заточены внутри его черствой души, друзья. А также здесь чеснок. Но обычно чеснок помогает от вампиров, друзья. А тут его запихали прямо в Копатыч Экзи. По-моему, здесь все, друзья. И в этой проклятой игрушке больше ничего нет. Я надеюсь, что мы избавились от Копатыч Экзи. Друзья, если вам понравилось, давайте на этом видео наберем 10 000 лайков. Всем до новых видео. Пока!